Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас в пресс-центре информационного агентства России ТАСС. Сегодня мы собрались в преддверии 7-й международной конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста», ключевого международного мероприятия в области исследования детства в России. Международная конференция пройдет с 16 по 20 мая 2018 года, впервые под патронажем ЮНЕСКО. Об этом и о многом другом поговорим сегодня с нашими уважаемыми гостями. Я представляю президиум, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, председатель общества знания Любовь Духанина, ректор Московского городского педагогического университета Игорь Римаренко, ректор Международной педагогической академии дошкольного образования, председатель Международного комитета Международной конференции ИСИ Николай Веракса, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем на факультете глобальных процессов МГУ имени Ломоносова, советник президента Российской академии наук Юрий Саямов. Добрый день, уважаемые гости. Я рада приветствовать вас в пресс-центре информационного агентства ТАСС. Любовь Николаевна, передаю слово вам. По указу президента десятилетие с 18 года по 28 объявлено десятилетием детства. Очень большие исследования сейчас проводятся относительно качества образования, в том числе и дошкольного. Я знаю, что у нас с вами есть презентация, которая сейчас попрошу ее вывести на экраны, которая нам визуализирует основные наработки на этот момент. Пожалуйста, правая клавиша для включения микрофона. Угу. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно быть вот в помещении информационного агентства России ТАСС. Это очень хорошая возможность рассказать о той конференции, которая состоится уже фактически на следующей неделе. Вы увидели, что это 7-я конференция. Вот мы вместе с вами участвуем во всех конференциях. Я помню, что первая конференция проводилась в стенах Общественной палаты Российской Федерации. И сегодня это уже... Да, да. И это... Кликер для пролистывания презентации, да, тоже да. У вас. Угу. Спасибо большое. И это очень хороший факт, который подтверждает, что в Российской Федерации действительно развитие системы образования идет в формате государственно-общественного управления, когда общество говорит свой запрос, а власть реагирует на те или иные тезисы, которые высказывает общество. И, конечно, наши граждане очень часто высказываются о том, какие перспективы для их детей на территории Российской Федерации. Конечно, каждый из нас очень любит собственного ребенка и хочет, чтобы он был самый успешный, разносторонне развитый. И поэтому беспокойство родителей фактически начинается с момента, когда ребенок появляется на свет. И дошкольное образование, конечно же, играет ключевую роль в развитии ребенка, потому что именно на этом этапе его развития создаются основы тех компетенций, тех способностей, которые затем проявляются в период всей жизни ребенка. Именно этот период характеризуется быстрыми изменениями в физическом, языковом, социальном и эмоциональном развитии человека. Если дошкольное образование организовано грамотно, то у ребенка своевременно формируется и мышление, и память, и внимание, и воображение, и речь. И именно они дадут возможность успешно затем обучаться на следующих ступенях образования. Конечно, перед системой дошкольного образования и в России, и в мировом пространстве образования в целом стоят достаточно большое количество задач. В первую очередь это расширение доступности дошкольного образования, повышение качества образовательных услуг в детском саду, создание условий для семейного образования, активное вовлечение в него наших родителей. Конечно, когда мы говорим о доступности образования, мы в первую очередь подразумеваем наличие или отсутствие очередей в детские сады. Вы знаете, что
В целом в России удалось решить огромнейшую задачу обеспечения детей местами в детских садах для детей в возрасте от 3 до 6,5 лет. Да, вы видите цифры на слайде, и в 74 регионах Российской Федерации доступность дошкольного образования сегодня составляет 99%, да, а в 4 от 95 до 99 мы прекрасно понимаем, что дети появляются на свет каждый день, поэтому эта ситуация достаточно гибкая, но страна продолжает удерживать достигнутые показатели уже и этот год, такие же высокие показатели, несмотря на то, что вот масштабное строительство детских садов у нас завершилось, и вы знаете, что мы приступили к не менее масштабной программе строительства школ. Общероссийский народный фронт, проводя свои опросы, он старается, мы стараемся действительно очень подробно, реально расспрашивать наших родителей. И вот, как показывают опросы родителей дошкольников, что для семей имеет значение не только наличие, не только близость детского сада, да, а вот местоположение детских садов устраивает у нас 71% опрошенных родителей. Это очень высокий показатель. Наших родителей также беспокоит, как организован уход за детьми и чему учат детей и кто с ними работает. То есть программы дошкольного образования являются предметом интереса родителей дошкольников. И, конечно же, квалификация реально наших воспитателей – это тоже объект внимания наших родителей. Но в основном родители формулируют свою мысль так. При всем богатстве выбора в детских садах и образовательных программах. Самое главное для родителей – это те возможности, которые получит ребенок, придя в детский сад. С января 2014 года в России вступил в силу в ГОС дошкольного образования. Вы все знаете, что Россия всегда славилась вариативностью программ дошкольного образования. И на сегодня в России существует несколько программ дошкольного образования, несколько парциальных программ. То, что мы называем программами дополнительного образования, программы, дающие возможность расширять содержание образования, работать с особенностями детей. И разработчики стандарта основной свой упор сделали на развитие малышей через игру, через общение со сверстниками и со старшими людьми, со старшими воспитателями, со старшими в семье. И, конечно же, нам очень хочется, чтобы действительно в ГОС полноценно работал, и у детей формировались инициативность, самостоятельность, уверенность в своих силах, положительные отношения к себе и другим, развитое воображение, способность к волевым усилиям, любознательность. В стандарт впервые было включено понятие предметно-развивающей среды. На мой взгляд, это большое достижение, потому что фактически на уровне такой материально-технической инфраструктуры мы сказали, что нет, нас не устраивает простой подход, как перечень оборудования, который должен быть. Вот просто перечня недостаточно. Нам нужно понимать, как должно быть устроено все пространство, и какая часть пространства в группе, на что работает, как организована жизнь ребенка. Конечно, это очень непростая задача, потому что она требует не только фактически реновации пространства всех групп детских садов, но и большого объема осмысления работы в рамках нового стандарта самими воспитателями.
По тому, как воспитатели относятся к ГОСУ, могу сказать, что педагогическое пространство, педагоги поддерживают новый федеральный образовательный стандарт и стараются уже нарабатывать свои реально успешные практики. И я думаю, что многие из них будут представлены в рамках международной конференции. Вообще опыт проведения конференции показал, вот и в прошлом году она была уже с международным статусом, что педагоги дошкольного образования очень активно обмениваются своими наработками, и это не важно, педагоги внутри Москвы обмениваются только своими наработками, или педагоги вообще всей страны, и также зарубежные гости реально вот в прошлом году высказывали интерес к тому, что есть сегодня в дошкольном образовании Российской Федерации. Когда мы опросили наших родителей, насколько они довольны сегодняшним состоянием, мы увидели высокий уровень удовлетворенности родителей. Во-первых, доступностью детских садов. 64% родителей сказали, что добираются до детского сада пешком. Это очень удобно. И многие родители на сегодня высоко оценивают состояние детского сада. 70% считают его отличным или хорошим. Мы сейчас проводим опрос педагогов по тому, как они считают уровень организации воспитательной работы. Мы проводим в целом по детским садам и школам. И я вам могу сказать, что только 13% педагогов говорят о том, что мероприятие в рамках воспитательной работы проходит для галочки. Это очень позитивная цифра, потому что означает, что в 83% воспитатели и педагоги занимаются этой деятельностью осмысленно. Они понимают, что они делают, для чего и с какими планированными результатами. Мы опросили также по вопросу, насколько хватает компетенции у воспитателей и педагогов заниматься воспитательной работой. Мы с вами прекрасно понимаем, что дети часто задают сложные вопросы. Не всегда на них можно найти быстро ответ. И вот только 6% наших педагогов сказали, что у них возникают проблемы в части организации воспитательной работы и в момент общения с детьми. И только 1% говорит, что они, в принципе, не понимают достаточно часто, как справиться с той ситуацией, с той или иной ситуацией, которая возникает в связи с ребенком. Это говорит о том, что то повышение квалификации, которое было масштабно проведено в Российской Федерации, оно все-таки имеет у нас с вами хорошие результаты. Мы с вами часто критикуем, но мы не можем с вами не соглашаться, часто критикуем деятельность правительства, высказываем какие-то замечания, особенно этим отличается Общероссийский народный фронт, который системно этим занимается. Но не отмечать позитивные результаты было бы и некорректно, и неправильно. Позитивным результатам мы тоже должны уметь с вами радоваться. И вот развитие системы дошкольного образования – это та часть системы, которая действительно нам регулярно дает возможность радоваться. Сейчас мы... Это про воспитательную деятельность я уже сказала. Сегодня серьезной проблемой является, конечно, состояние здоровья ребенка. И мы часто слышим в разных местах с вами статистику о том, что уровень здоровья ребенка при поступлении в первый класс все слабее и слабее. Детей, приходящих с первой группой здоровья в первый класс, все меньше. Поэтому для нас очень важно, чтобы это направление очень серьезно
было организовано реально в дошкольных группах. И поэтому мы не очень поддерживаем увеличение, точнее, не поддерживаем увеличение количества детей в группах детского сада. А цифры по опросу вот у вас на слайде. Получается, что в некоторых регионах количество детей в группах доходит до 40-45 человек при среднем показателе 25 человек в группе. Но доступность дошкольного образования – это не только нахождение вблизи дома и наличие материально-технической базы. Нам очень важно наличие предметно-развивающей среды, то, о чем я говорила до этого. И поэтому обучающие материалы, игрушки, оборудованные площадки в детских садах для прогулок – это предмет заботы в целом системы и, конечно, предмет внимания Общероссийского народного фронта. Мы не поддерживаем увеличение нагрузки на педагогов дошкольного образования. Считаем, что мотивировать людей на увеличение работы до 60 часов в неделю – это не совсем правильный ход. И рассчитываем, что в ближайшее время эта ситуация будет исправляться. Очень многое удается добиваться. И я уже в своем выступлении отметила высокий уровень разработчиков стандарта дошкольного образования, внимание Министерства образования, региональных министров, руководителей дошкольных образовательных организаций к тому, что происходит в детских садах. Но хочу еще обратить ваше внимание и на внимание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к этой проблеме, к тем задачам, которые есть в системе дошкольного образования. Мы решили вопрос доступности, ликвидации очередей, но в этом году в рамках вот уже программы десятилетия, которую объявлял Владимир Владимирович Путин, из которой вы начали сегодня наше выступление, одной из первых задач, которую он поставил правительству Российской Федерации, это задача о ликвидации очереди в ясельные группы. Конечно, нам важно, чтобы у нас были ясельные группы, и для того, чтобы дети могли реально, может быть, даже по час лучше в условиях ясельной группы развиваться, нежели чем созданы условия в семье. Да еще и потому, что, конечно, молодые мамы очень переживают, что их время отсутствия на рабочем месте может привести к потере рабочего места. И в истекшем году также по поручению Владимира Владимировича Путина решен вопрос о том, что расширены варианты использования мат-капитала. И теперь мат-капитал наши родители смогут использовать для оплаты частных нянь, попадания в частные детские сады и оплаты занятий детей в различных клубах развития. Эта инициатива пришла к нам снизу, мы над ней работали, в том числе и в рамках Координационного совета в интересах детства, и сегодня спокойно говорим о том, что инициатива нашего общества реально превращается в государственное решение, в государственную политику. И это очень важный момент, который мы в том числе будем обсуждать на конференции, как вообще системы, в том числе дошкольного образования, например, системы дошкольного образования управляются государствами. Будет вопросом качества образования посвящено, по-моему, 2 круглых стола. И у нас в России это не единственное исследование. Постоянное исследование ежегодно проводит Министерство образования и науки по состоянию детских садов. Некоторые агентства проводят. И мы сможем обсудить те критерии, которые используются при оценке. Я думаю, что
международные представители поделятся своим опытом, как они оценивают систему дошкольного образования своей страны на уровне государства, либо только на уровне образовательных организаций. Послушаем специалистов. Я уверена, что будет очень заинтересованный разговор. Приведу только один пример с первой конференцией, которая была, когда мы подумали, что хорошо бы было обсудить темы санпинов. Санитарные нормы постоянно обсуждаются в обществе и в части применения их в детских садах, в части применения в школах. И для меня лично было очень интересно выступление представителей из Европы, в частности, представителей Франции, которые сказали, что у них санитарные нормы не определяются высотой, например, привинчивания умывальничка на уровне, там, условно, 65 сантиметров от пола. А у них санитарные нормы формулируются совсем по-другому. У них написано «на уровне, доступном и удобном для ребенка». Это смена вообще принципиальных оснований создания системы регулирования, в данном случае санитарного контроля. И вот когда ты слышишь такой зарубежный опыт и пытаешься переложить его на опыт Российской Федерации, подчас приходит много новых интересных идей. Я думаю, что конференция, которая состоится на следующей неделе, даст действительно много интересных идей для всех участников. Какие-то мы почерпнем у своих коллег, которые приедут с других территорий, какие-то идеи мы почерпнем у международных коллег, но думаю, что в очень многом они будут заинтересованы в обмене идеями с нашими педагогами. Ну, еще один пример приведу, и на этом закончу свое выступление. Традиционным интересом является интерес к развитию детей с особенностями здоровья. Да, к тому, как работают российские логопеды, как работают российские дефектологи. Они у нас с вами реально сильные, дефектологическая школа действительно сильная. Результаты показывают высокие, и они обмениваются своими достижениями в рамках международной конференции. Поэтому всем желаю успешной, плодотворной и интересной работы в течение 2 дней. Спасибо большое, Любовь Николаевна. Конференция впервые пройдет под генеральной эгидой ЮНЕСКО, поскольку конференция напрямую соответствует целям устойчивого развития ЮНЕСКО. Юрий Николаевич, хочу передать слово вам. Почему именно конференция воспитания и обучения детей младшего возраста удостоена такого высокого статуса? Пожалуйста. Уважаемые участники, после презентации, которую нам представила Любовь Николаевна, понимаешь, как много удалось сделать за, казалось бы, совсем небольшой промежуток времени. Сейчас вы видите фотографии, которым уже больше 10 лет. Это, по сути дела, начало проекта массового дошкольного образования в Российской Федерации. И вот эта фотография, хотел бы, чтобы на ней мы немножко задержались, показывает, как заместитель мэра в правительстве Москвы Любовь Ивановна Швецова предлагает генеральному директору ЮНЕСКО того времени Кайтиро Мацуури проект дошкольного воспитания и образования в самом младшем возрасте, в возрастном сегменте от 0 до 6. Почему был сделан такой выбор? Может быть, это интересно. Дело в том, что в ЮНЕСКО, как вы знаете, существует линейка так называемого образования в течение всей жизни – lifelong education. К моменту нашего визита в ЮНЕСКО, это было 4 апреля 2007 года, вот эта фотография сделана 4 апреля 2007 года, в этой линейке оставалась только одна незанятая ниша, а именно образование с 0 до 6. Возникла идея предложить ЮНЕСКО заняться этой нишей,
провести в России, в Москве, международную конференцию по этим вопросам. И аргументация, с которой мы предложили эту идею, а именно, что в этом возрасте, как отмечала Любовь Николаевна, формируются очень многие будущие жизненные качества и свойства человека, была очень позитивно воспринята генеральным директором ЮНЕСКО Кайтиро Мацуурой. Вы его видите с левой стороны этого снимка. Он очень внимательно, как вы видите, слушает изложение нашей концепции. Рядом с Людмилой Ивановной Швецовой сидит тогдашний наш посол при ЮНЕСКО Владимир Авдашевич Коломанов. И он настолько воспринял хорошо эту идею, что дал указание немедленно готовить эту вот всемирную конференцию ЮНЕСКО. Она и была проведена в Москве в 2010 году. Это была именно не конференция Российской Федерации, это была всемирная конференция ЮНЕСКО, на которой присутствовало более 70 министров образования из соответствующего количества стран. Вот такой мощный старт этой идеи и то, что именно Россия стала инициатором внимания к этим вопросам во всем мире, объяснялось еще и тем, что Россия и Москва выступили своего рода локомотивом борьбы за детство, за права детей, за то, чтобы Москва стала городом, который благоприятен детям. Это такая квалификация принадлежит Всемирному детскому фонду ЮНИСЕФ, это фонд ООН. И просто кратко назвать некоторые этапы этого. 2-3 сентября 2007 года была проведена в Москве международная конференция «Города для детей». И накануне этой конференции, 23 августа 2007 года в Женеве, был подписан меморандум о сотрудничестве между Москвой и ЮНИСЕФ, детским фондом ООН. Москва получила этот статус «Город, благоприятный к детям». Были и на уровне ООН, и на уровне ЮНЕСКО отмечены ее достижения. И 23 сентября 2007 года, если можно, надо следующее сюда нажать, да? Мы попросим сейчас технических коллег переключить. Если у нас фотографии еще отобраны, то продемонстрировать их, пожалуйста. Да, и там еще две есть фотографии. И 23 сентября 2007 года в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, с огромным успехом, здесь вот вы увидите делегацию, которая осуществляла эту презентацию во главе с заместителем мэра Людмилой Ивановной Швецовой. Здесь вы видите начало этой презентации в штаб-квартире ЮНЕСКО. Была проведена впервые в истории презентация программы «Года ребенка» и программы по развитию детства, прав детей в Российской Федерации. Туда были привезены очень многие самые молодые представители нашей страны, дети, которые показывали, как они умеют вязать вологодские кружева, как они умеют рисовать. Был мастер-класс под руководством Церетели, мастер-класс под руководством Андреаки. Все это оставило настолько неизгладимое впечатление в ЮНЕСКО, что до сих пор вспоминают эту презентацию. Там на ней выступали и выдающиеся артисты, наш оркестр Спивакова, знаменитые певцы. И, конечно же, то, что Российская Федерация именно подтолкнула этот вопрос, провела у себя вот эту всемирную конференцию ЮНЕСКО и затем стала последовательно проводить последующие все мероприятия. Вот эта конференция, которая сейчас предстоит, она была заявлена на эгиду ЮНЕСКО и, разумеется, ее получила, потому что весь этот проект является проектом, который идет под эгидой ЮНЕСКО с самого начала. И это создает очень большие возможности для его международного продвижения, поскольку
программа, разработанная нашими специалистами. Вот здесь присутствуют представители тех, кто разрабатывал эту программу. Я думаю, еще об этом будет сказано. Программа, разработанная нашими специалистами, стала международной. Сейчас по ней борются за права детей, за то, чтобы дети хорошо учились, готовились еще даже в ясельных группах, затем в детских садах. Это все также стало ассоциированным движением ЮНЕСКО, как и школы ЮНЕСКО, которые уже на более позднем этапе. Поэтому мне для того, чтобы не занимать много вашего внимания, хочется сказать, что это и было, остается очень удачным проектом, который был российской стороной предложен ЮНЕСКО, блестяще, я считаю, реализован и сейчас находит свое продолжение в той конференции, которая скоро откроется. Спасибо. Благодарю вас. Прекрасный, в том числе, исторический экскурс. Сейчас предлагаю посмотреть, как проходила конференция в прошлом году. У нас есть красивый информационный ролик, и я предлагаю сейчас его поставить и посмотреть, как это выглядело в 2017 году. Сегодня здесь, в стенах Московского университета, я рад приветствовать участников международной конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста». Мир не стоит на месте, и перед учеными стоит очень непростая задача – определить перспективные направления исследований в целях их практического использования для развития дошкольного образования. Appreciate the very interdisciplinary nature of the conference, that we have people from different countries, different ideas, and different walks of life. We have policymakers, we have research scientists, we have teachers. It's wonderful. Эту конференцию отличает равноправие науки, методики и практики в дошкольном образовании. Очень важно, чтобы уровень компетентности образовательных работников системы дошкольного образования был максимально высок. I'm really impressed at the level of content and conversations. It really collects people from different parts of the world and from Russia. And also integrates different theoretical perspectives. Новые форматы, которые проявились на этой конференции, зарекомендовали себя с самой-самой интересной стороны. Has been like a dream coming true. Ну что ж, вот так проходила конференция в 2017 году. Николай Евгеньевич, я бы хотела передать слово вам. В общих чертах расскажите, как вы себе видите конференцию этого года? Какие дискуссии, возможно, вы считаете наиболее, так сказать, интересными, которые будут в стенах и в рамках конференции проводиться? Пожалуйста, правая клавиша для включения микрофона. Угу. Да, благодарю вас. Спасибо, пожалуйста, за возможность.
дорогие коллеги, конференция, почему вообще конференция? Понимаете, конференция задает определенный контекст, она позволяет увидеть проблемы, которые нельзя увидеть вне этого широкого контекста, который возникает. Ну вот, например, проблема голоса ребенка. Понимаете, ну вроде бы довольно четко стоит задача, чтобы учитывать, возможно, вот Любовь Николаевна тут приводила пример французских специалистов в оценке, ну, скажем, там, вот этих санитарно-гигиенических там, норм и так далее. Понимаете, голос ребенка – это вроде бы ну, такая очевидная вещь, но оказывается, что она возникает в контексте, допустим, исследования Выгодского или в контексте исследований Бахтина. И дальше там возникают проблемы. Например, так голос ребенка есть или его нет, или все время он интерпретируется взрослым. Понимаете? И это довольно сложная проблема, потому что получается, что мы приписываем ребенку некоторые желания, которые и потом начинаем выстраивать свою деятельность в зависимости от того, как мы приписываем желания. Тут очень интересные исследования вот австралийских специалистов, которые показывают, например, что взрослые боятся за сохранность детей, и это приводит к тому, что дети начинают бояться окружающей среды. Ну и целый ряд других проблем. Ну вот, например, оценка качества дошкольного образования. Это такая фундаментальная проблема, которая показывает, что вообще дошкольное образование не является, ну вот, как бы достоянием отдельной страны. Это такой цивилизационный процесс. И потом, понимаете, мы говорим, что вот у нас все замечательно, все хорошо. Но это же в прошлом. Понимаете? А мы на что ориентируемся? На прошлое или на будущее? Значит, перед нами встает задача увидеть будущее. И вот конференция позволяет увидеть вот эти проблемы, вот это международное сотрудничество. Почему мы так, ну как бы, с таким, я бы сказал, желанием и надеждой смотрим на ЮНЕСКО? Потому что это международные контексты, которые поддерживает на возможности будущего взгляда на систему дошкольного образования. Поэтому вот проблемы вот этого международного сотрудничества, у нас есть определенные достижения в этой области. И вот я думаю, что Игорь Михайлович тут что-нибудь скажет на этот счет. Поэтому я считаю, что вот эти сюжеты на конференции, они будут озвучены и проложат как бы вот такие перспективы взаимодействия, которые, я надеюсь, мы будем реализовывать и развивать, и сотрудничать с ЮНЕСКО и с другими организациями, может быть, и с нашими партнерами из разных структур. Поэтому я думаю, что тут совершенно неожиданные могут возникнуть надежды на будущее. Поэтому мы как-то с энтузиазмом смотрим на развитие конференции, и мы считаем, что конференция – это вот такой инструмент развития дошкольного образования. Спасибо большое, Игорь Михайлович. Благодарю вас. Игорь Михайлович, передаю слово вам. Какие вызовы эпоха цифровизации ставит, в том числе перед дошкольным образованием, и как эта тема, возможно, будет в рамках конференции обсуждаться? Прежде чем сказать о цифровизации, я бы хотел немножко отреагировать вот то, что говорили коллеги, и действительно, почему конференция имеет такое серьезное большое значение. Есть, вы знаете, такой косвенный показатель, свидетельствующий о том, в какой зоне видения находится дошкольное образование в какой стране. Дело в том, что в разных странах обычно дошкольным образованием занимались разные ведомства. Но, как правило, им занималось даже не образовательное ведомство, а занималась социальная защита. Как некоторая организация заботы о маленьких детях, которые пока еще не ходят в школу. Но удивительная вещь произошла за последние 30 лет. Обычно
эта компетенция организации дошкольного образования перетекла из соцзащиты в ведение образовательных ведомств. Оказалось, что, ну, это так, это никто не договаривался, это произошло некоторым естественным таким образом по всему миру. Почему произошло? Потому что дошкольное образование стало восприниматься как какая-то очень значимая ступень в жизни, дающая определенные человеческие качества молодым людям, которые не дает никакая другая ступень. Вот. Пока еще, может быть, мы исследуем, мы понимаем, а что это за качество, да, вот что сейчас происходит. И вот такое международное внимание к теме дошкольного образования обусловлено именно тем, что что-то очень важное происходит на этой ступени, что мы еще до конца не понимаем, что. Теперь, какие темы сейчас вот наиболее привлекают к себе огромное исследовательское внимание? Замечено, что в дошкольном образовании огромное значение начинает играть сверстники. Сверстники и те, кто, ну, немного старше. Обычно, и это в первую очередь связано с цифровизацией, о чем меня спросили, обычно, когда ректор вуза рассказывает о том, что он важного делает для студентов, он говорит, как он налаживает общение с другими студентами, как старшекурсники поддерживают первокурсников, как там студенты, как организована студенческая среда общения и так далее. И это как-то очень естественно выглядит для вузов. Ну, само собой, студенческое сообщество должно быть таким саморазвивающимся, поддерживающим друг друга, там особая атмосфера общения должна быть и так далее. Но оказывается, что сейчас, значит, те же закономерности можно наблюдать и в дошкольном детстве, когда в дошкольном детстве значимый близкий, он, так сказать, не менее значим, чем взрослый. И общение внутри детского сообщества в дошкольном возрасте не менее становится важно, чем общение в старшем возрасте. И мы, как бы, как исследователи, должны понимать, а что же там происходит, а какие же нормы вырабатываются, о чем эти ребята с собой договариваются. И все, кто из нас ходил в детский сад, все помнят детскую субкультуру, как мы рассказывали друг другу страшилки, как, какие игры мы играли. Но сейчас это все можно помножить на 10. То есть это стало намного более богатым, обсуждаемым, значимым, влияемым и так далее. Это важно исследовать и понимать. Конечно, мы как педагогический вуз в первую очередь должны исследовать разные ситуации дошкольного детства и предоставлять нашим студентам различные кейсы, что происходит в дошкольном детстве, чем они будут сталкиваться и каким образом это будет связано с их педагогической карьерой. Потому что сейчас нет такой линейной педагогической карьеры, что вот я выучился на учителя там, старшей школы и всю жизнь буду работать. Уже я, когда начинал работать учителем в школе, я постепенно спускался. Сначала работал в старших классах, потом в основной школе, потом в начальной школе, ну а потом вот сейчас в вузе работаю, это почти как в детском саде. Значит, тоже развивается воображение. Значит, вот это важно для любых педагогов, которые знакомятся с дошкольным детством через описанные кейсы, через описанную проблематику. Поэтому одна из задач конференции – это предоставить аналитический обзор, который уже не первый год делает наш университет. В этом году мы будем его представлять с Общероссийским народным фронтом и с агентством МИА-Новости, с проектом «Социальный навигатор МИА-Новости». Оценка качества образования, оценка качества дошкольного образования по результатам обследования 74 регионов Российской Федерации, 1300 дошкольных образовательных организаций приняло в этом участие. То есть есть система параметров, по которым мы сравним то, что происходит в дошкольном образовании, и представим на этом форуме.
Ну и, наконец, один из главных вызовов – это, конечно, цифровые технологии, которые сокращают расстояние не только между поколениями, но и внутри поколений. Вот когда вы меня спросили про цифровизацию, мне кажется, здесь еще важно учитывать не только сокращение расстояний между взрослыми и детьми и преобразование характера отношений, но и внутри самих поколений тоже происходит очень много. И планируется, что также на конференции будет круглый стол, где будет обсуждаться проблема цифровизации применительно к дошкольному образованию. И уже как бы каждый из нас, наверное, знает массу примеров особого отношения дошкольников с цифровым миром. Это также планируется обсудить и сделать выводы. Спасибо большое, уважаемые коллеги, гости, уточняющие вопросы, вопросы к спикерам по конференции, по образованию. Пожалуйста. Добрый день, Екатерина Фомина, агентство городских новостей Москва. Любовь Николаевна, у меня вопрос к вам. Вы ранее сказали, что члены общественного движения Общероссийский народный фронт не поддерживают увеличение нагрузки на преподавателей дошкольного образования. А какие предложения у вас есть, чтобы это избежать? Вы знаете, предложение простое в этой ситуации, конечно, увеличивать количество педагогов. Да, я могу сказать, что вот мы на следующей неделе будем проводить круглый стол в Государственной Думе, и на нем мы как раз-таки будем рассматривать вопрос состояния психолого-педагогической поддержки детей в рамках образовательного процесса. И если мы говорим о нагрузке педагогов, то нас волнует в том числе объем непрофильной нагрузки, которая есть у учителей, потому что я в данном случае не говорю о Москве, я говорю в целом о выводах по стране. Значит, фактически некоторые педагоги выполняют нагрузку управленческую, кто-то совмещает фактически с трудовыми функциями библиотекаря, кто-то совмещает свою работу с уборкой территории или уборкой зданий. Нас волнует, что средняя нагрузка уже превышает где-то 40 часов в неделю. Есть критические случаи, когда нагрузка составляет 60 часов рабочих. Мы прекрасно все с вами понимаем, что и воспитатели, и учитель, они должны быть счастливыми, состоявшимися людьми, потому что каждое утро они приходят к нашим детям, и они должны иметь свой позитивный настрой, быть спокойными, внимательными, доброжелательными. Сохранять такое психологическое состояние очень сложно при большом объеме трудовой, фактически не нагрузки, а перегрузки. Да, у них должно быть время сходить со своей семьей в театр, у них должны быть финансы, чтобы участвовать в конференциях, покупать дополнительную литературу. Поэтому мы выступаем за увеличение заработной платы. И у нас с вами особый месяц этот май. Вы знаете, что Государственная Дума приняла решение о повышении МРОТа. Это означает, что в первую очередь должна будет повыситься зарплата у тех людей, у которых зарплата сегодня ниже фактически той цифры, которая сегодня установлена. У нас в мае должно произойти увеличение заработной платы помощников-воспитателей в детских садах. Еще раз оговорюсь, я сейчас говорю не о Москве, где высокий уровень заработной платы, я говорю о России. Вот. Надо... Ну, с этим предложением, я не знаю, сколько лет выходят все, кому не безразлична ситуация в системе российского образования, надо кратно увеличивать финансирование системы образования России. Скажите, как законодатель, будут какие-то решения приняты в этом направлении? Как законодатель, мы над этим уже, вот я второй год исполняю обязанности депутата Государственной Думы от Москвы, мы
очень активно работаем над этим во время принятия бюджета. И вам известно, что бюджет на образование не сокращен, а несколько увеличен. Более того, нам удалось привлечь дополнительных 80 миллиардов рублей на заработную плату учителей. То есть, как законодатели, мы работаем через механизм утверждения бюджета Российской Федерации. Мы также запустили механизм парламентского контроля. Мы стараемся его сделать более активным. И в конце прошлого года проходило первое заседание, на котором я выступала на тему о необходимости кратного увеличения финансирования на программу строительства школ, потому что тот объем финансирования, который был у нас в прошлом году 25 миллиардов рублей, он не позволяет нам не только улучшать ситуацию, он даже не позволяет нам сохранить в цифрах те проблемы, которые были по итогам 2017 года. Количество школ, обучающих детей в две смены, увеличилось. Значит, мы рассчитываем, что правительство Российской Федерации отреагирует и на обращение Общероссийского народного фронта о необходимости резкого увеличения финансирования данной программы и на позицию депутатов Государственной Думы. Спасибо. Уважаемые гости, журналисты, да, пожалуйста, короткий вопрос, если можно, у нас регламент пресс-конференции не позволяет слишком долгой дискуссии. Короткий вопрос, короткий ответ, если вы не возражаете. Я думаю, много времени не займу. Газета «Московская правда», Сергей Ишков, у меня вот вопрос уточняющий. Вот в рамках конференции заявлена дискуссия о будущем дошкольного образования в эпоху цифровизации. Вот хотелось бы услышать, что конкретно вы будете там обсуждать? То есть это какое будущее, какие проекты, может быть, какие конкретные планы, или это просто будет дискуссия? Мне кажется, вообще? Игорь Михайлович как Спасибо. Раз по цифровизации в своем выступлении уделил большое, большое мне количество. Мне не хватило конкретики. Что конкретно будет? Сможете перечислить, Спасибо. Игорь Михайлович? Ну, это мы сможем узнать только по содержанию тех выступлений, которые там прозвучат. Обзорно в первом приближении можно назвать такие темы, как цифровые ресурсы для дошкольного детства, различные разработки разных компаний и анализ этих разработок, что они предлагают для дошкольного возраста. Второе – это системы проектирования учебных занятий для педагогов, которые используются с учетом цифровых сред. Конечно, это медийные различные ресурсы. Мы знаем с вами, например, о таких популярных ресурсах в России, как «Минибанда.ру» для молодых мам, которые общаются в интернете и обсуждают различные вопросы воспитания детей. Это вопросы оценки качества образования с использованием цифровых средств и так далее. Но все это конкретно уже можно будет увидеть на этом круглом столе. Ну, в качестве конкретики, например, использование средств в системе воспитания и обучения детей младшего возраста в детском саду. Это таких, например, как фотоаппараты, мобильники и так далее. И теоретические проблемы. Как понимать, что такое средство, например? Совершенно становится непонятно, что это среда или это инструмент. Понимаете? Поэтому там очень много вопросов. Спасибо большое. Благодарю всех участников нашей пресс-конференции. Большое спасибо, уважаемые гости, за проявленное внимание. Я хотела бы напомнить, что торжественное открытие конференции пройдет в Шуваловском корпусе МГУ 17 мая в 10:00. Все подробности на официальном сайте конференции. Там же, я уверена, что есть и программа, да, с более точным пониманием по цифровизации. Сайт конференции вы видите сейчас на экранах. Уже убрали заставку, можно будет посмотреть. Большое спасибо, уважаемые гости. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо вам, Ирина, за ведение. Спасибо.